Приветствую вас, Александр. Ну, мне кажется, что в первую очередь, прежде чем наладить отношения с начальником, да и вообще, мне кажется, с кем, ну, с кем-либо, да, вот, мне кажется, имеет смысл для начала разобраться вообще со своими чувствами. Вот. То есть, мне кажется, что имеет смысл сначала понять то, что вы ну, то, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете. Как это все у вас происходит, и учиться это выражает, учиться с этим разбираться, учиться с этим взаимодействовать, ну, по крайней мере, конструктивно для вас, да, то есть вот вы говорите, что вы ощущаете, значит, вы ощущаете бешенство от лицемерия. Значит, это как-то вот на вас влияет достаточно, очевидно, негативно. Вот. Нужно, соответственно, постараться определиться с тем, как это негативно на вас для начала влияет. Вот. И дальше уже, нужно будет ну, с этим работать. Вот. То есть нужно будет с этим взаимодействовать. Вот. Понимаете, какая штука? То есть вам бы вот сначала в этом направлении поработать и выздороветь, а дальше, мне кажется, вы, ну, могли бы для себя понять, что делать дальше и как выражать, как, точнее, выстраивать отношения с начальником. Вот. Потому что пока что у вас, ну, понятное дело, не получается это делать, потому что чувства, слишком много чувств у вас. Вот. Так что смотрите сами, ну вот мне кажется, конечно, в каком направлении вам двигаться здесь, но мне видится такой момент. То есть сперва поисследовать ваши чувства, да, сперва посмотреть, как, что с вами происходит и откуда здесь бешенство. Вот, как-то научиться, да, обращаться с этими чувствами, вот, а дальше уже, соответственно, будет, ну, более понятно, захотите ли вы вообще развивать отношения с своим начальником. Может быть, случится так, что вам и не захочется это делать вообще. Вот. Поэтому тут есть достаточно большая вариативность, как мне кажется, этой ситуации. Вот. Такой вот момент. Такая вот история. То, что я вот на данный момент могу вам сказать.
Вот и все. То есть есть некая диссоциация у меня лично с тем, что вы говорите, как наладить отношения с начальником, но при этом пишете про свою реакцию на его поведение, которое к вам, ну, может, отношения то особо никакого и не имеет. Но тем не менее вас это задевает. Поэтому давайте для начала посмотрим, что причина, а что следствие, и будем работать уже с причиной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это послужит началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.